Всем привет, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру Cars for Sale симулятор. Выкинем сразу мусор. Так, чтобы я сразу не забыл, у нас 60, ну пусть будет, округляем до 65 тысяч. И отправляемся мы сегодня на район, потому что автомобильный рынок вроде бы как сегодня нет его, да? Продается дом. А ну-ка, 60 тысяч рублей. Подожди, а мне сколько? Я могу купить дом, только я не смогу покупать тачки, потому что у меня останется 4 тысячи. Фиг я какую тачку куплю. Вот эту покупаем сразу. Сколько она стоит? Сейчас посмотрим. 15 тысяч. Давай сторгуемся до 14 600. Могу ли я 1000 рублей скидывать? Да, 1000 рублей мы спокойно скинули с продажи. Отправляем ее сразу на конвейер. На стоянку мою. 50 тысяч у нас остается. Привет, дружище. Как дела, брат? Цена... В смысле 93? 1000 стоит эта машина? Ты что, с ума сошел? Так дорого? Кстати, я смотрел, кто-то говорил, что можно, типа, чужие машины мыть. Нифига. Чтобы эти опыт набираться. Нет, нельзя. Может быть, раньше можно было, но с обновлением это пофиксили. Такая тачка сколько стоит? Давай нормально. Сторгуем. О, за 6 тысяч. О-о-о-о. Так, давай за 5. За 5500. За 5500. Ну, мы 1000. Да, мы 1000 рублей спокойно можем сторговать. А 1500? Давай посмотрим. Привет. Нет, дорого сильно, 74 тысячи. Я уже думал, третью машину куплю. Ну, давай вот эту развалюшку маленькую возьмем, она явно будет стоить очень дешево. 15 тысяч. Торговаться. Давай 14 700. 14 500. Давай так. Давай, давай, давай. Да, 1000 рублей мы спокойно можем, ребята, торговаться. И у нас ночь. А зачем я сел в машину? А мы сейчас на машине поедем в этот самый, в свое место. Ой, в свой домик. Только надо найти этот домик и не разбиться. Эх. Кстати, тут стояночка. Может, на автобусе я поеду? Мне надо выключить двигатель и отправить тачку на стоянку. У меня есть. А сколько мы тачек купили? Я что-то не понял. Не пойму. Так, 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 так. Контейнер. Быстренько сейчас спим. Блин, фига у меня. Что у меня с памятью? Ребята, напишите, сколько я купил тачек? 2 или 3? Интересно, 2 или 3. Так, куда мы отправимся? Автомобильный рынок открыт. Ух ты! Сейчас мы едем быстро в офис, смотрим, сколько машин стоит у меня. 3 машины я купил. Почему? У меня так много, что ли, стоянок? У меня чуть 4 стоянки, что ли? Так, ладно. Аккуратненько разворачиваемся. Ставим машины сюда. К офису. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Так, включаем двигатель. Большую машинку нужно нам поставить сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как здесь задом-то поворачивать? Не, нормально, сейчас мы встанем. Главное не стукнуться. Глушим движок. Мусор опять валяется. Я подумал, что это у меня треснутое окно было. Нет? Нормально все. Так,
И вот эту машиночку быстренько ставим ее. Также у меня места дофига будет. Фига, у меня три машины уже куплены. Я разве так покупал раньше три машины? И у меня еще деньги есть. Бегом на автомобильный рынок, пока он открыт. О, 30 тысяч всего лишь у меня денег. Ну, сейчас примерно за 30 тысяч мы что-нибудь и купим. За 30 тысяч, за 100 тысяч он хочет за тачку. Здесь такие дорогие машины. Это, наверное, тоже будет космос. Это раритетная какая-то машинка. А нет, за 20. А, давай торгуемся. За 18 тысяч. Угу. Так как она дорогая, попробуем 2000 скинуть. Да, мы ее купили. А зачем мне садиться? Нет, мы не будем садиться. Значит, есть машина. Мы отправляем. Еще, по идее, я могу две тачки купить по деньгам. Ну, ух ты! Торгуемся. За 5. За 5200. Пусть так будет. 5200. Нет, не хочет. За сколько она? За 7? За 6 точно она продаст. Ровно за 6. Ну, точно. Точняк она должна продать. Да. Есть. Мы ее тоже, блин, отправляем на эвакуатор. И вот еще какая-то сразу же идет точила. Я тоже думаю, блин, баба эта богатая, кстати. Да, она дорогие машины продает. Ну, такая, тоже она какая-то дилерша. Что-то скупает, что-то продает. Эта тачка просто для интереса, я спрошу цену. Да, 100 тысяч. Вот эта Volvo, может быть, она грязная какая-то вся. Вот это она недорогая, 100 пудово. А, 1900, давай торгуемся, давай за 1000, может за 1000 продаст, слушай. Ага, за 1000, подумай. А, нет, эта цена ниже всех моих ожиданий. Ну давай за 1500, ну конечно, за 1700 даже. Ага, пару сотен, да, пару сотен рублей мы скинули с нее. Ну, реально, конечно, кто бы ее продал бы. Так, 4000 у меня остается. Так, я скупаю весь авторынок. 12 тысяч. Блин, нет, у меня 4000 только. А ну-ка. Алло. Сколько? 13. Нет. Это сильно дорогая. Ну, вот это может быть. И грузовичок, может быть, подойдет. У меня 4000. Тут не видно, тут засвет. Нет, дорого. Вот это нормальная тачка. Я не думаю, что она будет дорого стоить. Она будет вообще отлично, нормально таки стоить. Мы ее купим сейчас. Наверное. Ну, здравствуйте. У меня 4000 только. За 13 она продаст. А ну давай. А за 4 на дурака. За 4000 на дурака. Иди нафиг. Нет у меня денег. Блин, и все машинки я отправил. Хотя... Давай бомжу дадим хотя бы денежек бездомному. На. Что он сказал? Подожди. А. А, сказал? Что ты там говоришь? А, он кряхтит просто. Три раза я ему дал денег, он сказал thank you. Ладно, короче, три раза даешь денег бездомному, он на третий раз тебе говорит thank you. На четвертый раз... Он thank you не говорит. Поэтому... Ох, сколько машин у меня. Офигеть. Офигеть просто. У меня же там места не... места не будет. Пригоняю машинки сразу. Тихо, 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 тихо. А сюда она влезет? Ах ты черт. Мне надо как-то уместить туда тачку. Ладно, она туда не встает. Мы здесь встанем. Оп. Чуть-чуть вперед подъедем. Место освободим. Чтоб можно было пройти. И здесь тоже можно было ее немножко места сделать.
Еще чуть-чуть. О, хватит. Куда ты едешь? Нет, все остановилось. А место, чтобы здесь можно было что посмотреть, что у кого. И перед... А, давай мусор сразу выбросим. Угу. И бутылочку тоже. И здесь, может быть, у меня две машинки встанут. Вот это ретро автомобильчик. Что, вообще не слышно, как машина завелась. Оп-оп-оп-оп, тихо. Ничего не врезалось? А, не, нормально. И сейчас еще эту сюда поставлю. Ай, как раз красота. Так, машин нету. Все. Едем. А, подожди. Ее нужно тоже красиво поставить. Вот так вот, перед офисом. Тихо, остановись, ты. Остановись, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, остановись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть автомобилей у меня. Офигеть, вот это в Car for Sale Дуда. Вот это Дуда, молодец. Значит, что мы делаем? Закрываем нахер офис. А что у нас там по прокачке? Угу. И мы сейчас будем прокачиваться. Мыть все машины. Тихо. Где у меня губка? Сейчас быстренько помоем. Время у нас. Хотя время 3 часа дня. Мы, может, сейчас все машинки помоем. И начнем продавать. И зарабатывать деньги. Большие деньги. Максимально. Так, автомобиль помыть. Помыт. Максимально заработаем кучу опыта. И кучу денег. И тогда я смогу купить дом. Наверное. А может быть, пока дом я не буду покупать. Потому что я буду дорогие тачки покупать. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут не залезть. А как мне пролезть? Блин. Смотри, я застрял в текстурах. Это я играл в игру. Давай немножко отвлечем. Нифига я не вижу, конечно. Выключаем движок. Выходим. А, вот здесь еще спереди было грязь. Автомобиль помыт. Ой, сколько опыта. Мы еще на той стороне машинки не мыли. Я точно прокачаю сейчас пульверизатор тут. Чтобы мыть можно было. Так, где еще? А, сверху еще, да, грязь? Есть автомобиль помыт. Этот вымыт. А, вот еще грязный. Ё-моё, смотри. Мы реально сейчас прокачаемся. Это лайфхак такой. А как прокачаться быстро в этой игре? Моешь тачки свои. Потом можно пойти лечь спать и на утро прийти. И все тачки опять будут грязными. Где здесь еще грязь? Вот она. Есть, помыли автомобильчик. И у нас еще два автомобиля есть. Фига. Даже сколько у меня опыта уже? 213. О, еще дофига. И до опыта максимального. Ну, давай я эту пока помою. Где еще грязь? Ага. Ё-моё, смотри, она какая грязная была, оказывается. Все, автомобиль помыт полностью. А этот мы мыли? Нет, что-то он кажется, что он чистый. Ага, все, помыли. Ладно, продаем. Выставляем на продажу. Ого, сколько машинок. Эту покупали. Да, короче, все за миллиард продаем. Раз, два, три. Раз, два, три. По миллиону. Все будут стоить 1 миллион. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, это чуть-чуть доже. Это будет раз, два, три. Раз, два, три. Такая же цена. Офигеть, я устану писать тут.
1 миллион долларов. Видишь, там, наверное, ошибка была больше, чем миллион долларов. Так, все тачки у меня на продаже. У меня еще счета тут есть. А, нет, пока нет. У меня еще кредит в банке, да, неоплаченные есть у меня. Так называемые неоплачиваемые счета. А что у нас там получается? Ага, до опыта еще дофига. Ё-моё. Два. Ну, у меня пока нет опыта столько. А, ну, давай продавать уже начнем машинки. Почему нет? А, за 1 миллион долларов. За 1800. Дурак, что ли, за 1800. Торговаться за 2500. Только быстро, у меня времени нету, сейчас другой клиент уже подошел. За 1800. Ну, давай за 2300. Не за 2500, за 2300. Иди нахер. Следующий. Привет. Стоимость покупки была 14 тысяч. За 16. Давай сторгуемся за 17 тысяч его продадим. Хотя я наценку 1000 делаю. Это вот... А, все. А, вот этот еще стоит. Я, может, этому еще продам. Пока он не ушел. За 6 я купил, за 11 хочет купить. Давай за 12 тысяч. Давай ровно, чтобы уже ни тебе, ни мне не было обидно. Ах, а ты куда пошел? Подожди, подожди, подожди. Вот стоит еще. Так, 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 так. Купил ее за 1700, дорого я не продам. Давай тогда за 2000 ровно. Блин, дешево, надо было 2200 хотя бы сказать. Ну ладно. Так, три тачки у нас остается. Офис мы закрываем. Хотя бы я бы и в офисе мог бы поспать. Так, никто там не прячется под машинами, нет? Никого нет. Ну хорошо. Идем быстренько спим. Блин, а почему? У меня там еще дорогая машина самая была. Я думаю, почему у меня денег мало? 35 тысяч всего лишь. Денег заработали 31, деньги потратили 25. Результат 5300 в плюсе. Так, на следующий день идем быстрее в офис. Ага. Мыть машинки. Опять смотри, мусор, а? Кто-то выбросил. Открываем офис. И берем губку и моем. Намываем, видишь? Они опять грязные. А было мне те тачки не продавать. Я бы больше намыл бы. Есть автомобиль помыт. Он чистый. Остается еще два автомобиля. Ух ты, тут я пролезть не могу. О! А что, искры пошли? Смотри, я пролазию. Идут искры какие-то. Где еще сверху грязь, да? Все, автомобиль вымыт. 4 очка мне дали дополнительных. Машину надо домывать. Офигеть. У меня такое чувство, что я не перепродаю машинки, а реально просто их мою. Ну, смотри. Блин, как мне туда зайти? Слушай, ну у нас же место... А, я уже не могу сесть в машину. Потому что... Блин, сейчас подожди. Прыгнем. А, я даже прыгнуть не могу. На машину я залазил, я прыгал. А, вот все. Где здесь грязь? А, вот была грязь. Ну давай. Получается 5500 за 6 с чем-то я смогу. Сможем договориться за 10 тысяч. Давай тогда за 11500. Давай подумай. Так. Есть. Продали. Это был какой у меня? Самый дорогой или нет? У вас есть одну очку навык. 46 тысяч. Мне кажется, мало. Денег я зарабатываю. Сколько эти тачки стоят? Ах. Они мне стоят миллионы. Цена покупки 14. Ну, 40, 50, 60 тысяч. Блин, да в смысле? Сколько у меня было изначально денег?
А, Volkswagen еще за 18. Нормально. Здравствуйте. 1 миллион долларов. Мне нужно подумать минутку. Подожди. До 33 тысяч. Ну, шикарно, смотри. За 35. А за 35 я тебе продам. И это будет шикарно, если я за 35 продам. Есть. Смотри, надо дорогие тачки покупать, потому что больше денег зарабатываешь на них. Здесь тоже нормально, за 20, смотри. Торговаться, давай, 23. Сейчас купит. Сейчас купит. Спасибо за сделки, спасибо за инвестиции. Алло, бабенка. Поняла, ты пролетела. Ты не смогла купить, не успела. Да, но у нее и ноги, а. 100 тысяч мы. У меня было 60 в начале, или 65, да, 65 тысяч. И у меня в плюсе почти полтос. Ну, 45 тысяч. Все, закрываем офис. Ребята, на 100 тысяч я заработал. Я себе, может быть, в следующем ролике мы купим дом. Офигеть. Ну что ж, а тебе большое спасибо за просмотр. Ставь лайк обязательно. Подписывайся на канал и пиши комментарии. Пока-пока. До новых встреч, новым видео.